тут тоже присоединились к параду. Мы идем билеты покупать в кино, и вот тоже тут у нас парад. Вон вдалеке виднеется наш старый маяк, а это трибуны, трибуны, на которых люди собираются и уже ждут боя быков, который состоится в 12 часов. Ну а вот прибывают участники, участники парада. Вообще здесь очень весело, народ очень такой зажигательный. В общем, это обычные жители города, обычные, самые что ни на есть обычные. Они объединяются в группы, выбирают себе тему костюмов для парада. Придумывают все, шьют, наряжаются, красятся, берут с собой детей. Ну и, в общем-то, вы видели, много маленьких детей. В колясочках есть. Ну, в общем, веселятся, народ веселится как может. Несмотря на страшнейшую жарищу, которая сейчас у нас. Видите, все двигаются, все бегут, все пляшут, все веселятся. Ну, просто действительно парад хорошего настроения. Это у нас в порту Сагунта. С 1 по 15 августа проходит Фиеста Патроналис. Ну, в общем-то, каждый день где-нибудь, что-нибудь, прям с самого утра и до позднего вечера происходят какие-то такие вот интересные вещи. У нас этот парад начался прямо из-под нашего... Я его с балкона еще снимала, потом мы уже вышли, пришлось выйти. Вот, и уже мы попали в парад. Я думала, их уже и близко нет, а мы с ними еще и по пути, оказывается, были. Вот, господи, каких только персонажей здесь нет. И первобытные люди, и египтяне, и какие-то овощи, фрукты. И тут, ну, в общем, масса всего. Всего интересного. И какие-то бабочки летают, и какие-то, ну, в общем, все, что хочешь. Все самое интересное. Короче, были персонажи фильма «Барби», все в розовых футболках.
Ну, в общем, масса всего интересного, масса всего интересного. Такие пышные юбочки. У некоторых групп есть оркестр, а у некоторых групп оркестра нет. Поэтому идут сами, пользуясь чужой музыкой, пляшут под чужую музыку. Ну, в общем, вот так мы влились. Вон, видите, какой персонаж? Барби идет в розовой юбочке. Очень мне понравился. Их мимо балкона шла целая большая группа, но они, видно, где-то раньше прошли, раньше, чем мы. Вот некоторых я вообще не понимаю. Вот, например, кто вот эта группа, что они символизируют, я ничего не понимаю. На них ничего толком не написано. Но люди получают удовольствие радостное, веселое, замечательное. В общем, вот такой парад. Мы, конечно, до конца не были. Я не знаю, чем все это закончилось. Понравился ослик. Я не знаю, чем все это закончилось. Мы ушли домой, но мы уже на выходе из вот этой арены, там уже что-то жгли. И в программе было написано, что, ну, в общем, какое-то там будут готовить какое-то мясо на углях. Не знаю. А потом должен был состояться концерт, ближе туда к 12, еще какой-то концерт. В общем, бой быков и все остальное интересное, но мы уже не оставались. Ну, ладно. Оставлю уже без комментариев, посмотреть, что происходит, проникнуться атмосферой этого парада. Ну все, я с вами прощаюсь, оставляю вас, так сказать, в атмосфере праздника. Все, всем пока.